Как здорово оставаться одному! Можно целый день делать, что хочешь! О! Привет, микроб! Здравствуйте! Я на прием к доктору Коту. Доктор Кот еще не вернулся с вызова. Его вызвали на планету Гигантон, и он пока там. Ой, как жалко. Ну ладно, я, наверное, зайду попозже. И извините меня за беспокойство. Да нет, нет, что ты, никакого беспокойства. Проходи, он вернется с минуты на минуту. Правда? Конечно, заходи. Мы вместе подождем доктора. Хорошо, спасибо большое. А что тебя привело к доктору? На что ты жалуешься? Я пришел на осмотр. Давай я начну осмотр, пока доктор к нам летит. Пожалуйста, присаживайся сюда. Спасибо, вы очень добры. Итак, на что жалуетесь? Вы знаете, я что-то странно себя чувствую в последнее время. Расскажите подробнее. Да даже не знаю, как объяснить какое-то такое ощущение, что... А может сделать укол? Ой-ой-ой, нет, не надо уколов, не надо, пожалуйста. А может проверить твои зубы? Ой-ой-ой, нет, не надо, что вы, я же микроб, у меня нет зубов, я не кусаюсь, я совсем не опасный. Укол не надо, зубы не надо, а может тогда измерим тебе температуру? Нет, с температурой у меня все хорошо, я утром мерил, и не надо ничего мерить. Точно? Нет, не надо. Тогда и себе померю. О, нормально, у меня температура, впрочем, как и всегда. Так. Что бы у тебя проверить? Я не знаю. Я думаю, я вас зря беспокою. Я наверное, пойду, извините. Подожди, надо подумать. Ой. А я, кажется, знаю, что тебе может помочь. Хочешь, я тебе фокус покажу? Да. Вот смотри, есть мозг? Да. Нет. А сейчас? Есть. Есть. А теперь есть? Ой, нет. Нет мозга. А как же так? Почему его не видно? Или у вас что-то просто... И как это? Просто нет мозга? Да он у меня есть. Его просто не видно. Это такой фокус. Рентген называется. Ой, а можно мне тоже попробовать посмотреть мозг? И интересно, что прибор покажет мне. Конечно. Вставай вот сюда. Ага, я встал. Включаем. Так. О, есть мозг. Ну что, у меня видно? Есть мозг? Нет мозга? Есть мозг? Нет мозга? Какая веселая игра! Да, я тоже могу долго в ней играть! А хочешь еще какой-нибудь опыт сделать? Да. Хочешь сердце мне послушать? Да. У доктора есть запасной стетоскоп. Я знаю, где он лежит. Стетоскоп? А что это такое? Стетоскоп – это такой специальный прибор, чтобы слушать, что там у нас внутри происходит. А как им пользоваться? Нужно вставить палочки в уши, а круглый диск прикладывать к телу. И слушать внимательно, что происходит внутри. Все просто. Надевай, не бойся. Ага. Ну как? Слышно что-нибудь? Нет. А вот так? А так слышно. Что там? Я слышу ваше сердце. Ну что, получается, что у вас сердце в голове, что ли? Конечно. Я так устроен.
У всех осьминогов сердце в голове. И их два. Ого, это так странно. А я думал, я один такой, только странный. Нет, я не странный. Я вот, например, особенный. А я слышу ваше сердце. Ой, это так здорово. Микроб, ты был такой грустный, а теперь улыбаешься. Да. Ой, правда? Ой, мне что-то нехорошо, совсем нехорошо. Ой-ой-ой. Пойдем-ка в соседнюю комнату, тебе лучше прилечь, и сразу станет легче. А я помогу, держись за меня. Спасибо. Вот, кровать, ложись давай. Спасибо большое. Микроб, давай попробуем разобраться. Что тебя беспокоит? Что меня беспокоит? Мне всегда очень грустно. Вот. Когда мне грустно, я зову друзей. А у тебя есть друзья? Нет, у меня нет друзей. Наверное, поэтому ты и грустишь. Ну да, наверное, если честно, мне очень одиноко. Почему же ты ни с кем не подружишься? Дело в том, что со мной не дружат, потому что я очень маленький, и я микроб, меня все боятся. Понимаю. Они просто не знают, какой ты на самом деле хороший друг. Давай я научу тебя моим секретным методом омаяния. Ой, давай, а они точно мне помогут? Да, я завел так 1000 друзей. Ого. Так, первое правило. Улыбка. Не, и так, шире. Уже лучше. Второе правило. Эффектный эффект. Я осьминог. У меня 8 ног. Меня зовут Зео. Я круче Ромео. Теперь ты. Сейчас я попробую. Привет. Я микроб. О, у меня зеленый лоб. Да нет. Ну так, давай еще раз. Привет! Я микроб и люблю укроп. Становись моим другом и не морщи лоб. Ладно, подходит. Надо потренироваться еще. Хорошо, потренируюсь. Третье правило. Покажи, в чем хорош. Что ты умеешь лучше всего. Я не знаю. Я делаю милкшейк, очень-очень вкусный. И я люблю петь. Послушайте. Я живу на зеленой планете, и самый лучший милкшейк у меня. Я самый добрый микроб на свете, но, к сожалению, нет друзей у меня. Не переживай. Выполняй мои 3 секретные правила, и у тебя будет тоже много друзей. Правда? О, кто-то звонит, я должна ответить. Хорошо. Алло, клиника доктора Кота, говорите. Зео, здравствуй, это я, доктор Кот. Да-да, док, приветствую вас. Я до сих пор на планете Гигантон. Я всех вылечил, но теперь не могу улететь. Космические хулиганы разбросали бисер по всей планете, и он попал в детали моего космолета. Теперь космолет не заводится. Док, вам надо просто достать весь бисер из космолета. Мы уже пробовали это сделать, но у гигантов слишком большие руки, и они не могут ничего достать. Даже мои лапы для этого слишком большие.
Ничего не вышло. Нужен кто-то поменьше. Намного-намного меньше. Ой, я смогу помочь. Я же очень маленький, и я смогу пролезть куда угодно и достать даже самый крошечный бисер. Микроб, да ты просто гений! Мы же друзья, друзья должны помогать друг другу, да? Доктор, у нас есть решение. Отправляю к вам микроба. Он настолько маленький, что легко починит ваш космолет. Гениальная идея. Я быстро долечу и помогу доктору коту. Микроб, ты настоящий друг. Потому что так поступают только настоящие друзья. Что? Ты назвал меня другом? Значит, мы теперь друзья? Конечно, мы друзья! Ура! Ура! И спасибо, ура! Ты мой друг, я твой друг, вместе мы друзья. Ты мой друг, и я твой друг, вместе навсегда. Веселый бутерброд для себя и друзей. Вам понадобится кондитерская посыпка, сметана, белый хлеб и творог. Положите творог в неглубокую миску и добавьте туда несколько ложек сметаны. Возьмите вилку и аккуратно разомните ей творог. Возьмите несколько кусочков белого хлеба и намажьте нашей густой белой пастой из творога. А теперь аккуратно откроем пакетик с кондитерской посыпкой и положим по щепотке разноцветных хлопьев сверху на каждый бутерброд. Правда, выглядит необычно и весело? Молодцы! Веселый завтрак для друзей готов! Всегда к вашим услугам космический доктор Кот. Мур-мяу! Привет! Серия о космической дружбе подошла к концу. Сегодня мы узнали о том, что в каждом есть удивительные качества, и о том, как важно иметь хороших друзей рядом. А у вас много друзей? Пишите в комментариях. До встречи в следующих сериях!